Югорские полицейские задержали мошенника. По версии следствия, аферист из Новосибирска выкладывал в соцсетях объявления о продаже различных товаров, в основном запчасти к снегоходам и лодочным моторам. Этих вещей у мужчины не было, в объявлениях он размещал фиктивные фотографии. От потенциальных покупателей мошенник требовал 100% предоплату. После получения денег псевдопродавец переставал отвечать на звонки. Житель Октябрьского района потерял 25 тысяч рублей, пытаясь купить у мошенника гусеницы к снегоходу. На данный момент полицейские установили 4 эпизода противоправной деятельности. От действий афериста также пострадали жители Сургута, Самара и Республики Карелии.